Всем привет! В сегодняшнем видео хочу посвятить своему красавцу Бангкок Сансет, который цветет уже третий раз. В апреле месяце было у нас цветение и зимой прошлого года, частично и этого. Бангкок Сансет очень благодарное растение оказалось. Было их у меня два, к сожалению, второй оказался с вирусом, но и по нему также было видно, что он очень плохо рос, наращивал листья, терял каждую осень по два листа, и только один у него появлялся новый. Корни были так себе, поэтому было видно сразу, что что-то с ним не то. А вот это растение само себя показало за большую часть своего времени. Хорошо. Растет корневая на ура. Корни всегда в растущем виде, ни разу не останавливаются и не засыпают. Есть такие, которые отгнивают, естественно, потому как полив, одно вода, другое удобрение. Но и уже пора. Так или иначе, растение теряет свои корни, растит новые и, конечно же, радует своим цветением периодически. То есть основной цикл соблюдается, растение отлично развивается, удобрение получает раз в две недели, чистой водой полив получается один раз. Это между поливами с удобрением. И, конечно же, весна-лето это удобрения минеральные. Больше 20-21-20 плюс магний. А сейчас у меня есть уже и кальмаг. И также зима только фосфорные. Или, вернее сказать, с большим показателем фосфорных. То есть 10-52-10 и также немножко магния. Теперь я буду добавлять кальций, магний, вот этот кальмаг. Буду, скорее всего, это делать через раз, через два полива. Либо через три. Посмотрю, как по инструкции будет лучше и, естественно, поинтересуюсь у тех, кто уже пользовался этим кальмагом. В общем, растение классное. И хотелось бы, конечно, два слова сказать по поводу розыгрыша, который скоро будет. Я очень жду тех, кто хочет участвовать. Условия, в принципе, просты. Не так сложны, как казалось бы. Первым условием, конечно, быть подписчиком моего канала нужно. Ну и сделать репост видео предыдущего, не этого, в любой соцсети. Ссылку обязательно я снова добавлю внизу. Ну и обязательно напишите мне интересующую вас тему, в каких выделить особенно. Ну и напишите ваше имя и, конечно же, страну. Я всех рада видеть на своем канале. Приятного вам просмотра. Вот так красиво цвела моя красавица в апреле. Ну что ж, заглядывайте ко мне на канал. Всегда буду рада вашим вопросам и, конечно же, вашим комментариям. Всем удачи, позитива и хорошего настроения. Пока-пока!